Девушка, может, я вас подвезу? Нет, спасибо. Знаю, я вашу подвезу. Не, вы правда ничего не подумайте. Я просто вижу, как вам сложно на каблуках идти. Но ноги я вправду натерла. Ладно. О, начинается. Все вы включаете романтическую музыку, чтобы атмосферу создать. Да нет, вы чего? Я просто на самом деле хотел, чтобы вы расслабились и ни о чем не думали. Ага, конечно. Ну нет, домой я точно вас к себе не пущу. Да я просто хотел открыть вам дверь с такого же. И даже номер не возьмете? Нет. Ну ладно. Стой! А можно твой номер?